Я попросил человека, который над вами. Как снять вот это давление и напряжение? Как снять особенный тлак, который има супергоры? Как работают руки? Как работают руки? Вот. Принцип тот же самый, как и наверху. Принцип то не стоит, как у горы. Это работа две точки и постоянное перемещение тела. Праца, два боди стали погибаемся с нашим телом. Скажи, чтобы покрепче меня держал. Сильнее, лишь. Вот может. Уже может. Две точки. Два боди. Две точки. Два боди. Две точки. Рука. Два боди. С другой стороны что? Скажи, что вставал. С другой стороны, конечно. Не, я имею в виду. Да, зад. Да. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Две точки. Два боли. Опять, это принцип. Это принцип. На этот принцип можно накладывать борьбу. На этот принцип можете потом накладывать. И вы попробуете ее. А вы потом искушать ее. Но опять же, я не буду бороться. А не будете запасен. Это что будет? Буду в дереве. Это будут удары. Это будут удары. Как отпоет. Что приправы. Еще раз посмотрите. Позираемся еще раз. Действие ограничить человека можно в любом положении. Обладать человека можем в всяком положении. Независимо от его физико-ростовых возможностей. Независимо от его физических баланса. Понятно? Попробуйте сейчас поприжимать человека и поснимать это давление. Скусите раз.